Исторический момент, с которого начинает писаться летопись детского сада «Кубелек». Дошкольное учреждение впервые распахнуло двери для детей и родителей. Особенно символично, что долгожданное для 29-го микрорайона событие произошло 1 сентября. Построили такой красивый садик, и моя дочка сегодня пошла уже в группу. Для нас это большое знаковое событие, поэтому я благодарен за этот садик. Спасибо. Новый детский сад рассчитан на 260 мест. Из них 120 предназначено для детей до 3 лет. Сегодня малыши знакомились с детским садом. Родители тоже могли заглянуть во все кабинеты. В дошкольном учреждении прошла большая обзорная экскурсия. А уже завтра здесь закипит жизнь по распорядку. Современный санузел, где все продумано до каждой детали для удобства детей. А также большие просторные спальные комнаты. Ну и, конечно же, игровые зоны. Здесь все уже закуплено и готово для приема детей. Дошкольное учреждение действительно поражает. Грамотная планировка пространства, модульная мебель, современные развивающие игрушки. Настоящий детский сад будущего, который работает в настоящем времени. При его строительстве учитывалось все, чтобы идти в ногу, а то и с опережением новейших требований воспитания детей. Отсюда и статус «Центр развития ребенка». Мы создали свою дошкольную академию естественных наук. Наши малыши будут заниматься химией, физикой. Это радуга, да? Дима, скажи. Ну? Профессор Дима. Это показательное выступление в лаборатории наук. Посещать ее будут все воспитанники. Юные физики и химики провели опыты. Маленьких любознательных ученых похвалил Айдар Метшин. Наши дети будут получать все необходимые знания, условия для того, чтобы они в первую очередь росли здоровыми, счастливыми и развитыми. Красиво, уютно и много игрушек. Это очень красивый садик. У меня было... Я тут буду экспериментировать. Детский сад «Кубелек» был построен в рамках национального проекта «Демография», приоритетной задачей которого является доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В рамках этой программы в нашем городе построены и работают уже 3 дошкольных учреждения. На днях откроется 4-е в микрорайоне 35А. Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, новости НТР.